что вы там продвигаетесь-то вперед, не? Да ну нахуй. Тут многим поговаривают то, что это скоро медали перестанут давать или заберут у половины. У Барони не в атаке. Понятное дело, они сидят, посылают здесь по 20-30 человек на все. Ну, для артиллерии узнавать. 30 человек, 100 человек зашло, блядь, в окошко. Похуячили всех, да. Понятно, а что там говаривают то, что это, у тебя там что-то с тобой одному ногу оторвало, на мини взорвался. Да, позавчера. Позавчера? Не, а это до этого еще было. Говорили. Я только вспомнил. Да, до этого у нас мы там, блядь, заходили, у нас 6 двухсоток было. И 6 трехсоток там. Одному, блин, это, кости перебило, другому там кости перебило, там ноги, нога висела там на... Вон, мы сейчас шли, разминировали эти, блядь, эти ебаные пески. Ну, не разминировали, выкидывали их в кусты с дороги нас. Опять понасыпали. Так, ты запоминаешь, куда хоть кидаешь-то? А то скоро приедем, металлолом соберем. Да, тут металлолом собирают уже, да. Танки, хуянки, беттеры, да. Да, у него они, конечно, придумали с этим, блядь. Спецоперация, нахуй. Пока никто от кого защищается, блядь.